Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SIEM, модель под номером 35454. Это немецкий грузовик. Как всегда, красивый, красочный боксар. Далее. Коробка из плотного картона. И, конечно, наш мини. Инструкция, декали. Так, ну давайте начнем с декали. Покажу вам сразу. Компания SIEM выпускает уже давным-давно декали на новой бумаге, и поэтому каких-либо проблем теперь при прикладке декали не возникает. Далее. Инструкция. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Первый лист будет глянцевый, все последующие матовые. Здесь у нас показывается палитра Revel Tamiya, которая необходима для окраски данной модели. Так, сразу скажу. Так, на развороте. На слитнике красным обозначаются неиспользуемые детали при сборке модели. Инструкция у нас достаточно подробная. Также хотел обратить внимание на двигатель. Он тоже достаточно детализированный. Вообще вся подвеска, ходовая рама, все это очень хорошо детализировано. И это будет видно при, если модель перевернуть, то это все прекрасно видно. Вся подвеска, все это. Вот, далее. Инструкция достаточно подробная, и скажу так, мне кажется, что даже ребенок справится со сборкой данной модели. У нас продолжается сборка. То есть все четко, все подписано, что, куда и как. Окончательный вид. Ну и окраска. Здесь у нас предлагается окраска в двух вариантах. Это Украина лето 42 год и Италия лето 44 год. Теперь непосредственно обзор литературы. Прозрачный пластик, ух, как много колес. Ну давайте теперь обзор. Двигатель, как я уже сказал, он детализированный, то есть можно сделать капот при открытом, и у вас прекрасно будет все это видно. Если вы сделаете, допустим, диораму или что-то, все это будет внутренности видно. Так, толкатели на внутренних частях элементов, поэтому их будет не видно. Каких-либо дефектов или, как это сказать правильно, дефектов их нет. Далее следующий литник небольшой. Толкатель на внутренних частях элементов. На данном литнике у нас достаточно большое количество мелких деталей, круглые детали, и хочу обратить внимание, что все пролито четко, облоя нет. Поэтому, если вы любите собирать авто, оно вам не доставит проблем. Далее следующий литник. Вот у нас кузов. Все доски четко сделаны. Да, также все рифленое. Это у нас непосредственно наша рама. Так. Тут все хорошо. На мелких или деталях такой сложной формы, там рифленой, каких-либо дефектов не обнаружено. Ну и последний литник, это у нас также тут ходовая подвеска и канистры. На мелких деталях все чисто, все хорошо. Ну, как я сказал, эта модель не должна проблем доставить. Дальше. Литник с прозрачным пластиком. Сразу скажу, он классный. Компания SIEM сейчас делает у нас
прозрачный пластик очень хорошего качества, и его, да, вообще супер. То есть через него все видно. Будете собирать, аккуратно делайте, собирайте, то есть через остекление будет все видно, все внутренности кабины. Ну и колеса. Колеса у нас сделаны из резины. Вот так. Я открою один, потому что я уверен, что они все одинаковые. Кстати, колеса-то по одному, да? Раньше они были тоже таких литниках резины. Сейчас они все по одиночке. Поэтому одно колесо установим. Так. Протектор, все это видно. Да, все отлично. В общем, немного подытожим. Если вы любите авто, немецкие авто, то эта модель для вас. Новинка от компании CM под номером 35454. Инструкция подробная, детали все пролито качественно. Модель проблем доставить должна. Всем спасибо, всем пока.